Друзья, всем привет! Решили прогуляться по объектам стройки в поселке Айхали, да? В частности, в парке здоровья мы идем. Такие вот дорожки тут отсыпают. Вот здесь тоже что-то будут делать, наверное. Тренажерочки какие-то будут ставить. Вот спуск тоже. Куда-то идет. Пойдем-ка посмотрим, что у нас здесь будет. Тут у нас строители делают тренажерную зону. Вот интересно, тут комаров много, наверное, будет, да? Тут, наверное, комарики нам не дадут позаниматься. Будем запасаться комаринками. Засох бетон, да? А, вот там еще, да, сыровато. Ну, красиво будет, красиво. Вот так-то все будет выглядеть. Только вот интересно, надолго ли это все будет? Я надеюсь, что надолго. Цивилизованные ходят. Не звери же. Ну, в удачке, он говорят, там уже что-то насвинячили. Поломали какие-то качели, да, там вот, в удачном. Не прошло и суток после открытия центральной площади Удачного, как она преобразилась, менее в лучшую сторону. Ночью в приполярном городе поработали вандалы. Жители сразу же заметили поломки. Неизвестные сломали три качели, под навесом намусорили. Также, по словам наших подписчиков, ночью в фонтане купались несколько человек. Сейчас его отключили. По информации от работников городской администрации, сейчас устанавливают виновных и изучают записи с видеокамер. Ну, тренажеры-то неплохие, хорошие. Самое главное, что вот когда строят, вот это вот деревья сохраняют, не вырубают их. Вот это вот молодцы. Интересно будет, Иван, вот именно. Извини меня за это, чтобы деревья не вырубали. Смотри, дорожками как строили. Так, 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 так. Ну, это специально, да, чтобы обойти деревья, да? Ну, конечно. Ну, классно, молодцы. Даже мы между собой ругаемся. Давай сюда так, давай сюда так. В общем, не в ущерб природе, да? Это получается, вот все дорожки, да, вот, может быть, тут пройти, вот здесь, да, вот. Кольцевой у нас. Много. А вот там тоже вот за той дорожкой, там тоже в лес отсыпано, там тоже что-то будет? Да. Вокруг. Сегодня даже не... Женщина пришла с ребенком, там грибы собрал. Маслята? Да, пойдем покажу. Вот маслята, кстати, да. Вот смотри, как он в интересном месте. Вон, видишь? Вот под деревом, да? Под деревом. Вот масленок, вот он. Кстати, самые вкусные грибы. Это маслята, друзья, самые вкусные грибы. Так что собирайте. И ехать далеко никуда не надо, все рядом под боком, да? Молодцы. Добрый день. Добрый день. Сейчас мы вот спросим у местного жителя поселка Айхал Мирнского района Республики Саха-Якутия о значимости данных социальных объектов. Узнаем мнение, нужны ли такие объекты или нет, и как вообще жители Айхала относятся к данным вот объектам. Ну, я так скажу, конечно, нужны для населения. Очень важно, особенно для молодежи. Но не только для молодежи, и для старших
я думаю, поколение хотело бы провести свой досуг, как бы сказать, культурно, как бы с нагрузками легкими такими, чтобы на свежем воздухе позаниматься. Очень хорошая как придумка для администрации. Очень благодарный, скажем так, главе, в частности, администрации за такую инициативу, как бы, чтобы побольше такого. Надеюсь, что в дальнейшем еще лучше все будет, как бы еще что-нибудь придумать, что им сделать маленькие, как бы сказать, Швейцарию маленькую сделать здесь у нас. Надеемся на это. Вот не зря называют Айхау приполярной Швейцарией. Есть такое выражение. А я даже не знал, вот, помимо того, что вот это все делается, вот это все облагораживается, надо еще и воспитывать молодежь, что не надо, где мы живем, мусорить, гадить, сорить там, ну и тому подобное, и материться. Можно и видеонаблюдение, чтобы знали люди, что здесь под контролем, чтобы каких-то же, как сказать, не было таких вот, как сказать правильно, как правильно выразиться, ну то есть неправомерных взаимоотношений не было, чтобы не в таких местах как раз можно спиртные напитки, наверное, распивать и потом. Ну вот мы сейчас ушли, получается, вот уже, считай, объект еще недостроенный, да. А уже вот валяется, друзья, бутылочка. Да, да, да. Да, ну я надеюсь, тут у нас все будет благоустроено, и будут стоять урны, лавочки, да. И мы надеемся, такого не будет. Ну вообще, что бы вы хотели пожелать жителям поселка Айхау? Пожелать? Я бы хотел, что? Ну а что можно пожелать? Желаю того, что они сами себе желают. Человек то, что желает себе, то и желает другому. Вот так бы я сказал. Если ты себе желаешь хорошего, то и другим людям желаешь хорошего. Не вести здоровый образ жизни, ну, спортом в смысле заниматься, учиться прилежно, быть патриотом своей страны, все. Такое, пожалуйста, больше не делайте, это некрасиво.